Huh? Только тренируйся, скажи. Человек из них, пять было из Албании, с Албании, или Виктору, Димас и Коган. Он выиграл. Трех высоток почему. Так он как раз рекорд. Егор рекорд 215,5, а он толкнул 222. 77-220. На последних своих соревнованиях выполчил. Мы робот. Пока он начал толкать. Потом у него не получалось, у него были короткие ноги. Потом перешли на что? Первый раз он там 87 шло до ноги. Потом опять вернулись к толчку. И вот.
Я вам скажу, что он толкнул 235, и здесь 89 или 250. Вот так он видел, он подбил 235. Это самое большое достижение, сами можете посчитать. Во всем мире, во всех весовых категориях относительно собственного веса, он поднял на 145 килограммов 750 граммов больше своего веса. Ни у кого нет. Ни у кого нет. Я 20. Вот. Можно, можно 20? Иди. Но он весил на... Мы просто спорили об этом. А потом он пошел вниз. Потом он рывок там 220 уже толкает. Нет, он 88 вырвал. Ну, 20. Короче говоря, у нас не было никаких условий в Грузии. Не было тепла, не было воды, не было хлеба, в общем, это была война. И он так, что с Вовой станет. И он заставлял его. Ты должен, в плане написано, вот, 80 вырвать. Умри, но вырвать. Как ему говорит, мол, господин тренер, когда я в Грузии был, мой тренер все время мне в глаза смотрел, чтобы ничего не заболел. Ты меня насилуешь. Ну тогда, говорит, езжай сюда. Да? Тормозите его, тормозите, не давайте ему спешить. Ой-ой-ой, кто там, кто там? Да. Много-много или немного? Максимум 10 надо было идти. У твоей машины тормоза нет? Альта газ? Дисциплина. Утром я не делал. Вот теперь все понятно, Солнце. Видишь, вот.